Дорогой Игорек, я твоя мама. В этот замечательный день я хочу поздравить тебя с сегодняшним днем, который мы обычно отмечаем как день и рождения, и день именин. И я очень долго думала, как я могу тебя поздравить. И я решила попробовать записать такое видео. И вот тут вот я уселась. Вот посмотри, на мне вот такой красивый мех. Это твой подарок. Вот тут вот у меня это замечательное, привезенное тобой Василисой мне понче из Перу. Тут вот такая курочка у меня сидит. И вообще, вот это вот все, что сейчас вокруг меня, и за окном, и вокруг, это все благодаря тебе, мой дорогой сынок. Я самая счастливая мама на свете, и я очень-очень желаю тебе, дорогой Игорь, чтобы в твоей жизни все складывалось вот так хорошо, как оно складывается. Чтобы тебе сопутствовала удача, успех. Чтобы всегда рядом были добрые, понимающие, ценящие тебя люди. Это так важно. Чтобы твоя семейная жизнь складывалась замечательно, светло и радостно. Чтобы вы с Василисой чувствовали друг друга, понимали друг друга. Чтобы у вас было все благополучно, комфортно, взаимоуважительно, взаимодостаточно. Я очень скучаю, я очень рада, что ты у меня есть. Ты вот мой такой вот подарок. И я счастлива тем, что я всегда хочу тебя слышать, видеть, быть рядом. Будь счастлив. Будь успешен, умей владеть своим собственным мнением, умей говорить «нет», умей чувствовать ситуацию и умей просто быть счастлив. И никогда не нужно завышать ожидания, уметь радоваться тому, что есть. Я тебя люблю, с днем рождения, дорогой мой Игорь. Обнимаю, целую, твоя мама в ослепительных мехах из Южной Остроботнии. Мойка-мойка, с днем рождения, дорогой Игорек. Пошла выключать видеокамеру. Вот у нас так замечательно и чудесно. С днем рождения, дорогой Игорь.